Если ты хочешь быть успешным, значит, ты должен делать то, что никто другой не делает. Ты должен идти по той дороге, по которой никто не ходил. Когда мне нужно было что-то сделать, нужно сделать новый шаг и создать новое предприятие, ко мне пришла идея создать новый бизнес, который связан с жильем. Основные два способа приобретения жилья, которые сейчас существуют в современном мире. Первое, которое самое популярное, это просто ипотека. И второе, это приобретение жилья за 100% оплату. Но практика показала, людей, которые способны приобрести жилье сразу же за 100% оплату, не более 10-15%. Когда я провел маркетинговые исследования, я увидел, что на сегодняшний день есть такая возможность, доступные программы приобретения жилья через кооперативы. Скорость продвижения очереди в кооперативе зависит от количества приобретенных объектов, которые имеют возвратный поток средств, и от количества новых пайщиков, которые пришли. Поскольку я специалист по маркетингу, я создал программу и впервые объединил жилищную кооперацию с сетевой индустрией, с компанией многоуровневого маркетинга. Я создал программу, альтернативную ипотечному кредитованию. То есть на сегодняшний день человек может вступить в кооператив, есть вступительный взнос, он может сделать для себя определенную программу накопления паевых взносов на жилье или внести сразу единовременно паевый взнос в размере 35% от стоимости своего желаемого объекта. Остальную сумму добавляет кооператив, и человек въезжает в свое собственное жилье. Далее, те деньги, которые он получил от кооператива, в течение 10 лет он возвращает кооперативу. Причем программа есть от 0 до 6% годовых. На сегодняшний день альтернативы нет не только в нашей стране, но нет в мире, чтобы ты получил жилье на 10 лет в рассрочку. То есть 35% стоимости ты внес свои, а 65% кооператив тебе добавляет под 0% годовых на 10 лет. Если ты посчитаешь, что 10 лет, рассчитываясь по этой цене, которая была 10 лет назад, ты получаешь жилье за половину цены. Есть люди, которые вообще не имеют своего жилья, допустим, молодежь. Есть люди, которые имеют свое жилье, но хотят улучшить свои жилищные условия. Так вот, таких людей 80%. Если ты живешь в мегаполисе, то тебе практически всю жизнь надо накапливать средства для того, чтобы приобрести свое собственное жилье. И полжизни тратить на то, чтобы рассчитываться с этой ипотекой. Мы создали современный, законный способ приобретения жилья в рассрочку посредством кооперации. Что такое кооперация? Это добровольное объединение граждан с целью приобретения жилья. Люди, скидываясь, помогают друг другу приобрести жилье. Через кооператив вы можете приобрести жилье на вторичном рынке, вы можете приобрести жилье в строящемся доме, вы можете даже приобрести жилье по договору долевого строительства. Этой программой мы опередили время. На сегодняшний день мы признаны общественностью, мы признаны телевидением, мы признаны журналистами, мы признаны депутатами Государственной Думы. Мы получили статус предприятия года. Мы получили статус социально значимый проект. Программа доступного жилья помогает молодежи обзавестись своим собственным жильем, создать свою собственную ячейку. Семья – это ценность, которая на сегодняшний день формирует человеческий капитал, позволяет предотвратить утечку мозгов за рубеж, поддержать и сохранить молодежь в нашей стране. Что такое молодежь? Молодежь – это будущее экономики государства. Молодежь – это будущее всей страны. Если мы будем создавать дополнительные условия, выгодные для того, чтобы молодежь оставалась в нашей стране, обзавелась семьей, получала здесь образование, строила здесь карьеру, тогда наша страна будет процветать.